Всем привет! Согласитесь, людей, которые обладают настоящей силой духа, не так уж и много. Так называемые волевые люди – это очень сильные личности, которые способны достичь любых жизненных высот. Если они что-то задумали, их практически невозможно остановить. Волевые люди живут по своим особым принципам, и сегодня мы о них поговорим. Волевой человек всегда рад любым переменам, даже плохим. Они считают, что любые перемены несут в себе новые перспективы, которые нужно просто постараться разглядеть. Можно сказать, что волевые люди всегда стараются отыскать положительные стороны даже в самых тяжелых ситуациях. Волевой человек никогда не обращает внимания на небольшие жизненные неурядицы. Люди с сильной волей просто не хотят тратить свои нервы на пустые переживания по поводу мелких неурядиц. Они просто стараются как можно быстрее решить эти проблемы и поскорее забыть о них, дабы снова взяться за выполнение своей основной жизненной цели. Волевой человек не дает себе шансов на отступление, и это касается любого дела. Волевые люди придерживаются правила: если уж решил, значит нужно делать, а раз делаешь, значит нужно доводить дело до конца. Подобное упорство позволяет волевым людям достичь очень многого. Волевые люди никогда не идут на уступки и компромиссы, поэтому из них выходят отменные лидеры, за которыми идут люди, и они за ними готовы идти всегда. Они никому не дают поблажек, особенно самим себе. Волевые люди считают, что компромиссы и уступки – это проявление слабости человека.